Друзі, вітаємо вас! Артроз пошкоджує суглоби роками та передбачити, коли буде гостра стадія, на жаль, ми не можемо. Нестерпний постійний біль, обмеження руху, що в свою чергу зменшує можливість рухатись, не відступить і перед обличчям війни. Варіантом для таких пацієнтів є ендопротезування. Артроз – це, прежде всего, повреждення хрящевої ткані. Что происходит с конечностью человека, когда повреждена хрящевая ткань, ну, к примеру, тазобедренного, коленного сустава, плечевого, то есть мы говорим о крупных суставах. Прежде всего, это ограничение движения, это выраженный болевой синдром. То есть если сустав не двигается в полном объеме, хрящевая ткань не присутствует в нем, сустав не скользит, он начинает вызывать трение в нем, при этом возникает болевой синдром. В чому полягає суть такого втручання та які головні етапи операції? Наша задача основная – воссоздать, опять же, пару трения, которые максимально бы скользило друг с другом, при этом не вызывало бы болевых ощущений. Европейские, американские компании, они внедрили активно в свое лечение эндопротезирование. Это уже длится не меньше, чем 50 лет. Все суставы, они модернизируются, становятся более качественными, более надежными. И при этом суставы, которые мы ставим, они практически полностью повторяют анатомию человека, повторяют тот объем движения, который делает сустав, и также помогают в статике и ходьбе пациента. Частина пацієнтів зараз вважає, що таке лікування не на часі. Чи допоможуть ін'єкції чи процедури покращити стан на якийсь період? В это тяжелое время, к сожалению, многие пациенты действительно переживают за то, что с ними может происходить в клинике, безопасность в клинике и так далее. То есть фактически в нашей клинике это все безопасно, у нас все суставы есть, все размеры есть, и даже в бомбоубежище сделали специально интенсивную терапию, то есть если пациенты нуждаются в каком-то интенсивном лечении и будет какая-то невероятная ситуация, мы сможем наших пациентов максимально обезопасить. Яка потрібна діагностика та маршрут пацієнта, там, звернення до лікаря? Ну, мы начинаем всегда с консультативных действий. Да? Пациенты записываются на консультацию к врачу, врач смотрит, какой сустав и какое исследование нужно этому суставу. Обычно мы, если лечим артроза, начинаем всегда с обычных рентген-исследований. Мало того, сейчас в клинике проходит акция. Консультация вместе с рентгеном обходится пациентам 660 гривен вместо 1310. И в дальнейшем мы смотрим степень артроза, какая есть, а дальше уже смотрим, какие методы лечения нам принимать. Или это действительно какие-то инъекции обезболивающих препаратов, там, гиалуроновая кислота, абляции и так далее. Или это уже высокотехнологичные операции по замене суставов на искусственные. Відколи пацієнт починає пересуватись після втручання, чи потрібні йому допоміжні засоби? Фактически на следующий день пацієнтів ставлять на ноги для того, чтобы они пытались активно передвигаться. У нас в клинике вместе с нашими пациентами работают реабилитологи. Это очень важно. То есть операция – это всего лишь часть успеха. Реабилитация, она очень-очень важна в нашей специальности. Поэтому реабилитолог приходит к пациентам 2-3 раза в день, сколько необходимо, для того, чтобы активировать и научить ходить в новых условиях. Ну, фактически наши пациенты начинают передвигаться на следующий день после операции. Про що потрібно подбати, наприклад, близьким вдома, аби відновлення пройшло успішно і не трапилось, наприклад, травми? Якщо ми говоримо про ендопротезування тазобедренного і коленного сустава, то ми рекомендуємо родственникам наших пацієнтів максимально забезпечити комфорт і убрати всі небезпечні средства, которые могут находиться. Это ковры какие-то, которые могут быть скомканы, запутаны. Много вещей, о которые можно споткнуться, упасть и так далее. То есть максимально сделать пространство так, чтобы первое время пациенту ничего не вредило. И также мы обращаем внимание на то, что рекомендовано первое время сделать унитаз повыше, для того, чтобы
особенно это касается пациентов с эндопротезированных тазобедренных суставов. И так, чтобы кровать не была очень низкой. Там, матрас, который лежит на полу, не рекомендован пациентам после таких операций. Рекомендовано, чтобы как минимум угол между ногами и туловищем был не меньше 90 градусов. Друзі, на цьому все. В коментарях ви можете поставити питання, які вас цікавлять. Всего доброго, до свидания, берегите себя. Все буде Україна!